That's what I thought you said. Now let me offer this as a rebuttal. И всем привет, с вами Голд, это моя новая серия на Amazing Roleplay Azure. Я тебя приглашаю на этот сервер, а чтобы ты быстро развился, то вводи мой промокод Голд. Ты за него получишь 150 рублей на халяву. В этой серии я хочу поработать в такси целый час на Делите. Именно на новом Делите, который стоит 10 миллионов. Мне его предоставил Денис Голд, спасибо ему. В этой серии я также расскажу про такси, что это такое, чтобы вы когда... пришли в такси, сразу знали, как работать и что здесь делать. Ну и давай уже перейдем к серии. Сейчас я вам расскажу основную информацию о такси. Ну, во-первых, где оно находится. Есть два таксопарка на сервере, они находятся в Южном и в Батырево. Также в такси есть три разных транспорта, а именно Renault Logan, Toyota Camry и BMW 750iG11. Вот есть скриншот, где написано, как устроиться в такси, а также какая комиссия. Но если вы не хотите смотреть, давайте я вам расскажу. Ну, во-первых, в такси устроиться надо через замов или создателей ТК. А также комиссия в такси равна 10% на личном транспорте. Еще разработчики Амазика не заморачивались, ничего нового не придумывали. Поэтому они сделали такси как ТК у дальнобойщиков. Так что если ты дальнобойщик, то тебе это будет не в новинку. Также на работе присутствуют стилы, как и на других профессиях. Чтобы таксовать на личном транспорте, пропишите команду /job и 11 пункт «Начать таксовать на личном транспорте». А также немного подвигайтесь, и у вас появится шашечка на крыше. Чтобы развозить доставки, прописываем команду /job и 2 пункт. Потом кнопка «Начать», и у нас появляется метка. На этой метке мы забираем заказ, и потом появляется 2 метка, куда нам нужно доехать и сдать этот заказ. Бывает то, что метка спавнится в очень странных местах. Иногда на домах, а иногда даже под деревьями, как закладка. Вы можете эту метку забрать либо на машине, если это доступно, либо вы выйдете из машины и заберете ее пешком. Чтобы доставить груз, вам нужно приехать на последнюю метку, то есть 2-ю, и вам за это заплатят деньги. В среднем будут платить мне по 5000 рублей, и также идет прибыль в компанию, 10% от этого заказа. Чтобы заново начать доставку, вам также надо прописать команду /job и 2 пункт «Доставка». И так вы делаете бесконечно, ну, пока не захотите закончить работу. Помните, я вам говорил о закладках, и вы их также будете развозить. Ну и думаю, давайте я вам покажу наглядно, как происходит заказ от первой точки до второй. И потом мы посмотрим, сколько я заработал за целый час доставок в такси. Ну и теперь самое интересное в этом ролике, именно сколько я заработал за целый час. Чтобы узнать заработную плату, пишите команду /cinfo, и тут будет написано, сколько вы заработали. Лично я заработал 180 рублей за целый час. Ну, я так думаю, на первом стиле это было нормально, и также я вкачал себе 2-й стил. Ну и в завершение хочу сказать вам спасибо за то, что вы проявляете актив на моем канале. Последнее видео набрало больше 200 просмотров, а предпоследнее уже 500 просмотров. Спасибо вам, пацаны. Я вас всех люблю и уважаю. Также, пожалуйста, если тебе понравился видеоролик, то поставь лайк и подпишись на канал. Мы идем к цели 300 подписчиков. Я думаю, до конца апреля мы апнем эту цифру. Так что, всем пока. С вами был Голд и всем удачи.